хорошее настроение. Вы знаете, у меня для вас плохая новость. Заказа не будет, к сожалению. За прошлый год в России убили... Павел Крюк. Совпадение, просто совпадение. Я очень виноват. Лучший актер телевизионного фильма, сериала Михаил Ефремов. Яная фирма. Приз получает режиссер. У меня Мария Зинаида Ивановна. Ну, с кем не бывает, правда, Гусейна? Улугбек Хамраев. Бек, я снимаю тебя. Итак, Улугбек Хамраев. Приз получает продюсер проекта Александр Цикало. Нет! Нет! Мажор, мажор, мажор! Конечно, не 200 человек, примерно столько принимало участие во втором сезоне. И смотрите. Вы победитель. Мажор 2. Компания «Среда». Саша Цикало. Здесь, конечно, не 200 человек, примерно столько принимало участие во втором сезоне. И смотрите, после мажор стал, победил в прошлом году на церемонии, и Паша тоже номинировался. Паша, ты ведь номинировался третьего сезона, мы будем истязать вас четвертым сезоном. Конечно, если Паша не улетит в космос, как было сказано ранее. Я хочу поблагодарить особенно...